участвовали почти 4000 детей. В посылках собирается все самое необходимое: консервы, салфетки, средства там личной гигиены какие-то. Я несколько раз сам лично возил письма на передовую, и когда открываешь эти письма, начинаешь читать, вы знаете, солдаты плачут от радости, потому что про них мы не забываем, мы помним о них, мы их поддерживаем, победа будет за нами.